X431 под 5 – это профессиональный мультимарочный автодиагностический сканер компании Launch верхнего уровня, который объединяет в себе передовые технологии и креативный дизайн, является универсальным, надежным и удобным инструментом, отвечающий самым строгим требованиям специалистов автосервиса. Потрясающий 10-дюймовый сенсорный экран Gorilla Glass высокой четкости. Док-станция всегда поддерживает полный заряд батареи, обеспечивая максимальную автономность в работе. Технология быстрой зарядки QC 3.0. Регулируемая ручка-подставка плавно поворачивается на 180 градусов. Промышленное исполнение корпуса IP65 – гарантия защиты от влаги и пыли в любых условиях. Оптимизированное аппаратное обеспечение планшета обеспечивает высокую производительность и скорость работы. Операционная система Android 7.1. 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта внутренней памяти программ с возможностью расширения до 128 гигабайт. Две камеры, задняя 13 и передняя 8 мегапикселей. Проводная и беспроводная коммуникация. За счет новейшей технологии Dual Wi-Fi, PAD 5 имеет высокую помехозащищенность и увеличенный радиус действия. Функция интеллектуальной диагностики автоматически читает ВИН-код и сокращает время поиска нужной программы для конкретной марки и года выпуска автомобиля. Онлайн-режим отображения заряда АКБ автомобиля. Стандартный пакет программ включает более 110 автопроизводителей американского, европейского и азиатского рынков. Также доступно дополнительное программное обеспечение, например, Tesla, через встроенный магазин приложений. Быстрое обновление по Wi-Fi в одно нажатие всегда поддерживает программное обеспечение сканера в актуальном состоянии. Регулярные обновления исправляют найденные ошибки и добавляют новые модели, функции и возможности. Самые свежие обновления сразу после публикации отображаются на экране сканера. С универсальным диагностическим адаптером SmartBox 3.0 PAD 5 может диагностировать как легковые, так и грузовые автомобили. SmartBox 3.0 поддерживает все самые современные диагностические протоколы: J2534, DPDU, RP1210, KNFD, DOIP. Программное обеспечение PAD 5 теперь поддерживает функцию ведомой диагностики для группы ВАГ, которая существенно экономит время и шаг за шагом направляет пользователя по правильному пути для выполнения множества типовых диагностических процедур. Таких как, например, регенерация сажевого фильтра, адаптация форсунок, сброс данных адаптации блока управления, регулировка головного освещения, адаптация аккумулятора после замены. Также PAD 5 имеет 26 отдельных сервисных процедур, например, сброс межсервисных интервалов, адаптация форсунок, регенерация сажевого фильтра, калибровка лямбда-зонда, обучение стеклоподъемников, индивидуальная настройка сидений и так далее. PAD 5 поддерживает целый ряд дополнительных модулей расширения, тестер-имитатор датчиков и исполнительных механизмов, тестер аккумуляторной батареи, эндоскоп, беспроводной принтер, а также различные программаторы ключей датчиков TPMS, осциллограф и другие модули. После создания отчета им можно легко поделиться, сохранить локально и в облаке, а также отправить на печать. Доступны три режима сканирования. Автоматический поиск ошибок по всем системам, сканирование всех систем, ручной выбор и сканирование систем. Еще один плюс. PAD 5 совместим с оборудованием ADAS для калибровки датчиков и систем помощи водителю, что также расширяет потенциальное применение прибора. Launch PAD 5 – это интеллектуальный подход к диагностике автомобиля. Подписывайтесь на наши каналы YouTube и Instagram и будьте в курсе последних новостей.